Моторола – февраль, Путин – октябрь. Незаконные ДНР пошли путем известного журнала для взрослых и создали по итогам года личный календарь. Об этом пишет Луганский Радар. Так, в оккупированном Донецке выпустили новогодний календарь на 2016 год с Путиным, Моторолой, Гиви, прокурором Крыма Поклонской, Мозговым и другими, кто поддерживал войну на Донбассе. Как распределяли месяцы, не уточняют, но люди сразу отреагировали на то, что для российских идолов Медведева и Путина отвели осенние месяцы, то есть поры, когда все живое умирает. Также в календаре можно увидеть главарей Донецкой псевдореспублики Пушилина и Захарченко, а ЛНРовских в календаре не оказалось. Предводителю боевиков самозваной ЛНР и Плотницкому, видимо, это не понравилось, и потому он сказал, что популярность Гиви и Моторолы несправедливая, и заверил, что есть более достойные террористы. Теперь оккупанты соревнуются за популярность.